И всем привет, с вами Призвочки, и сейчас мы продолжаем нашу серию Let's Play по Майнкрафту с отличными модами. Остановимся мы на том, что защищались от ночи, ну я переждал ночь, защищались от засранцев. Так, я на самом деле хочу посмотреть что-нибудь в коллекторе. Да, в общем, нужен дор для этого, это я точно понял. Ну, немного на 40 графики меньше, потому что вообще дико лагало это. Так, что я хотел в этой серии сделать? Я хотел... Опа. Не, ой, я на самом деле... Блин, они какие-то брёзки. В текстурах аж. Капец хардкорная. Даже не хотел с ним связываться, если честно. А вот кабанчик, я буду мстить, урод. Кто меня убить хотел? Нихера, у меня аж нарастает. Шкура? Так, сегодня будем мы истреблять животных. Ладно, я пошутил, сегодня просто посмотрим, что тут имеется. Я видел рядом, вот, да-да-да, вот это вот. Я хочу сделать какую-нибудь броню, хотя бы слабенькую, ну, не из кожи, а вот из железа, эти в шахты. Так, и, опа, вот это вот скотина, которую я вчера... Ой, а это что там? А ну-ка, давайте посмотрим. На самом деле, по пути буду себя набирать. Мне очень нужна еда. Ничего, жмочь не было. А попробуем ведь за это, может, ничего там даст. Куда курица? Пошла вон. Ух ты, порох здесь. Слон! Ёб твою мать! Слон! Зайц, шёл вон. Шёл вон, всё. Не хочу с тобой связываться. Блядь, слон, нахуй. Он не хочет? Он же мирный, да? Он даже боится меня. Он птицу боится. А я нет. Слон, смотри, какая надо. Да нихера себе. Ты чё? О, вот это я понимаю. Слонятинки я сегодня отведаю. Он даже убегает. Такой-то... О, нет, я вас... Что он мне дал? Школу? Так, я хочу посмотреть, что это... О, овцы, наконец-то. Да что такое-то? Так, отлично, теперь могу сделать кровать. Я смогу поспать в этой деревне, наконец-то. Опять порох. Так. Что это за место? Что это за место? Так, мы пойдем. Опа. А, ну это корова, мне кажется, это какой-то новый мод. Он только... Жопа так стояла корова, мне аж страшно стало. Индюшки. Опа, спаунер зомби. Сундучку, вон, заметьте. Ёкаманы. Они сейчас будут спауниться. Тут спаунеров таких очень много. Не ломается. Будет очень долго, вы чё? А чё, зомби не спаунится? Это всё из меня дико. Умри. Да жоп-то не дали. Пустой. О, а вот это не пустой. А, ты пошел вон, ты мне не нужен. Так, все, покойтесь с миром. Ух ты, волк. Вау. Или это кто такой? Он это какой-то, кто, ты вообще какой-то большой. Ёб твою мать. И сильный, это был лев. Большая кошка. Ёб твою мать. Это был лев, нахуй. Вашу мать. Я просрал все свои вещи. Ну вот, наконец-то. Я почти добрался до того места, даже не помню. Где она? На нашем пути я встретил улитку. Улитку! Охренеть, даже улитки здесь есть. С каждого... Я чувствую, что с каждой серии летсплея просто он будет удивлять меня. Вот я не помню, куда я пошел. Я закрыл. А, я пошел туда. А, нет, я закрыл. А, я вот здесь закрыл и пошел. Куда пошел? Так. Так. Я нашел то самое место, но где, блядь, мои вещи? нахуй мне ваш коготь, сука, у меня там был железный меч.
Почему у меня мод на чекпоинт не пошел? Где? Что? Куда? На что, спиздил мои вещи уже? Вот сволочь. Блин, а действительно куда? Его можно есть? Вообще ненужная херня. Ой, что это за говно? Блять, где она меня убила? Да какого хрена на меня бить-то начала? Вашу мать, я что делал? Да я ненавижу вас. Ай, опа, светлячки. Нет. Тут еще мод стоит на лес. Ну, вы поняли, да, какой лес сумеречный. В него я, конечно, буду отправляться, но, блин, ну просрать вещь! Ты вообще берет. Только я так могу. Шикарно вообще. Не надо теперь какую-то хотя, ну давайте хотя бы обычно сделаем. Ну, так, чтобы все было видно. Уже ночь. Твою, я всю жертву срал, нет! Да вы чё? Овцы. Овцы, вы где? Вы мне срочно нужны. Если я найду, блядь, эту су... Блядь. Чувствую, что сегодня я не посплю. Заебали! Суки! Наконец-то я нарубила с 4 свинить грудь. Землю у меня какого-то хрена здесь нет. Вот эти вот шлюх, я буду истреблять, я их вас ненавижу, уроды. Ох, слава богу, у меня есть дерево. Так. Ну, наконец-то. Кровать. Как это? Трагично. Я могу поспать. А курочка-то не хочет убегать, ну ладно. Пусть привет. Кровать я вообще просто гениально поставил. Что же мне надо сделать? Какой-то говно, не коллектор, скажу вам. Я видел какой-то другой коллектор, который действует под землей, и он просто собирает лавы земли, даже если нет дождя. Конечно же, я не знаю, как его крафтить. Какой-то фильтр, наркоманские листья, какие-то переливающиеся, какие-то деревья вообще непонятные. Йо, краб! А не, походу он мирный, смотрите, он не хочет меня кусать. Давайте его тоже не будем там трогать. Мне неприятности не нужны, его тоже жалко, вот мне тоже. Да, житель хочет его убить. Брутальный житель. А ты мне напомнишь? О, должен убить или кусать. Респект.
Да ты что, я не знаю как... А, даже не говоря, как пашню делать. А, лошары. Блин, почему тут нету крафта? Блин. Блин, вот я вообще... О, на вебку. О, уже... Коллектор, наконец. Вот подземный какой-то... Коллектор. А что он делает-то? Нитки. Вообще все ясно. Пауки нужны. Я вас не найду. А вот теперь я хочу найти какую-нибудь все опильную шахту. Опа. А, это я. Да. Надо... О, жители гулять пошли. А, паук! О, это кто такой? Бомж? Ты чё? Бомжи нам тут не нужны. Так. Ёпта. Ё-моё! Ё-каламане! Чертила, иди нахер! Ёб твою мать! Иди нахер! Ёб твою мать! Ты кто такой нахер? Ух! Что это было? Кто это был? Блин, ну огромные же эти просто. В жопу. Данжи эти. О, нитки. Шерсть. Вот я не мог раньше так пойти. Давайте поднимемся повыше, посмотрим, кто у нас тут. Надеюсь, этого говна будет здесь не будет. А, выше у нас, походу. Да, лестница только на самый верх. Йо! Пещерный! Они же отравляют! Вот я ненавижу вас, скоты. Ёб твою мать, я нарвался. Пацаны, я сейчас огребаю. Нет! Нет! Нет, 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 живым меня не возьмете. Ой. А, ну да, все правильно. Нифига не помог ваш хлеб. А что-то еще найти. Так. Нитки, нитки, нитки. Сейчас мы сделаем этот коллектор на всякий случай, а то опять пить захочется. А, и что, как он работает? О, здорово. Что-то надо? Обращайтесь. Так, а сейчас я хочу добить данж, потому что там же спаунеры будут просто бесконечность, если они не прекращают безумие. Ставьте лайк, если вы знаете, что такое безумие. Но я же знаю, что вы знаете, мерзавцы. А кто не знает, тут просто не играл. Фар-фар-фар-фар-фар-йоу. Да. А, у меня и так, кстати, здоровье регенерируется. Это... Мой курочка убежала. Ну ладно. Фиг с ней. Не хочешь, не надо. Так, подземный. Если подземный, то... О, кость. Йо-йо-йо, они меня теперь хотят убить. Они меня преследуют. Уроды. Так, не надо прекратить это безобразие. И зомби откуда-то заспаунилось. И скелет. Сколько там всякого говна-то. Нет, я живой отсюда не выйду с таким вот образом, способом. Еще лагает. Спасите. Застрял. Нет, 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 вы мне не нужны. Идите нафиг. Да ты-то откуда взялся? Слушай. Да иди ты нахрен. Да нет. Ёлка-маны, это вообще какое-то безобразие. Я не знаю, как делать подводный, кстати, коллектор. Может, если я сделал вот так. Шикарно. Знаете, я вот такой вот... Ой. Такой вот столб сделаю здесь. О, ворон, круто. Так, и сейчас надо... О, опа, ох ты, как он. Стрела крутая.
Сейчас мы сделаем себе печку. О, блин, зачем мне печка? Мы вообще ненормальные. Так, ну тогда нафигачим туда угля и песок. Я видел там песок. Что-то день здесь реально очень быстро проходит. Уже почти сел солнце. Ну, я не знаю, конечно, где, но оно по-любому скоро село, сядет. Так. Нужно... Ну, 3, я 6 возьму. Никто же не обидится. Так, так, так. Здоровье очень медленно регенерируется. Это минус. Так, это... Да что ты ходишь за мной? Он не выделяется. Отстань от меня. Ты меня бросил, я не знаю. Всё, я обиделся. Так, песок сюда. Все барахло. О, я хотел еще сделать себе этот. Ух ты, откуда миска? Я его не видел, когда брал что-то. А я что-то брал. Так, опа. Нам кто-то... Нау! Так, от... Опа, как из трех? Что так медленно-то? Ну, это вообще как-то медленно. А, тут... Ой, нахера мне тогда еще все. Прекратить это безобразие надо. Так. Ходовый коллектор. Не знаю, нахера он, но должен быть под землей. Если эта хрень не сработает, я его убью нахрен. Так, что я сегодня хотел? Я хотел... Блин, надо еще шкуру. Я пойду по охоте никого. Нет, кирку, кирку, нет. Там лиса. Вот она и гриба. Нет, 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 нет. Морковь, а вот это вот нафиг. Ну, не нафиг. Прости, прости, что такое сказал. Да что тебе надо от меня? Ты чё, ненормальный, что ли? На другого ха. Привет, сука. Ой, она почти съела всех моих кур. Так, это моя территория, мои куры. Тварь. Вилледжер, а вот теперь гулять. Ух ты. Ух ты. Тут реально курица поела. Вау. Стоп. Стоп, я тебя запомнил. Сейчас у тебя будут бумажки. Сейчас. Твои же. Ничего не знаю. Бизнес есть бизнес. А чей там? Так, тюрим. Тюрим. Блин, нельзя. Пардон. Стекло я вам не верну. Сожалею. Ой, чувак. Ух ты. Я хотел на кого-нибудь... А, тут же можно вейпоинт ставить? На что, на какую? О, шикарно. Дом. Блин. Дом. Да что у вас? Лив. Ой, цвет. Ой. Как запущено-то. Ой. О. Красотень какая. О. Шикарно. Теперь я не заблужусь хотя бы. А, я поспал. Зачем мне тогда? Не знаю, блин, я вообще что-то тупой. Шахта. Это что, сырая индейка? А, индейка, это из этих индейки, блядь. Вот, и тогда здесь поставлю вейпоинт. Шахта, чтоб потом. Шахтар. Шахтар хотел написать. Так, все отлично. Шахта. Пойду в следующей серии. Это по-любому. А сейчас индейки еще нафига в себе. А, они не так... нихера себе. Фига вы резки. Ой, ну, в принципе, мне не нужна была. Что ты мне дала? Какой-то бред ты мне дала. Ну, почему так фигает? Они стоят на месте, а потом... А что такое? Какой-то электрошокер у меня был. Вот, смотрите. Вот. Куда ты? Стой. Ты хочешь себя... Отлично. Да... Ну, в общем, еды, я надеюсь, мне хватит, я тем более практически не бегаю. О, я знаю, что кота надо. Это как обычный, только тут упрощенный боль, там надо было делать его. Ну, в общем, вы поняли, там, чтобы сделать... Ой, заяц.
Потому что, чтобы сделать на кота, надо целот найти его колками, тут сам просто сам кот бегает, просто его надо приручить. Так, все по домам. По домам. О, Бэмби, давайте мы убьем Бэмби. Или заберем. Ёкарный бабас, все мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, все, сейчас тебя зарежут. Ой. Ладно. Камень пока аккуратненько. Вот так вот. Оп. Оп. Лошара. А мы возьмем вот так. Так, а вот сюда мы будем жарить курятину. Шикарно. Сколько у меня только две. Блин. Вот это плохо. Так, а... Черт, надо еще за деревом садить. Но мы пока поспим. А на этом я заканчиваю эту серию. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, то подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был Фредерик. Всем удачи, а я пойду спать.